Всем привет, с вами снова Михаил. Сегодня буду вам показывать мод под названием «Переработка воды». На самом деле он называется Liquiz. И я расположу ссылочку, где можно его скачать. Точнее, где его можно найти и скачать. Это будет сайт. Для начала я установлю. Так, есть замечания по этому моду. От меня лично. Я пытался этот мод с другими. Он с другими не вяжется, только с Too Many Items. С остальными модами игра просто не запускается. Также еще есть замечание. Я вам советую, чтобы этот мод работал, нужно создавать новый мир. Это очень интересный мод. Я с ним баловался примерно 3 дня. Очень он мне уж понравился. С ним всякие строения создавал. Ну, создам новый мир. Генерируем. Да, кстати, все рецепты крафта вы найдете на том же сайте, где этот мод. Мод под 1.2.3. Долго генерируется уровень, слишком долго. Я думаю, это все из-за моей видеокарты, про которую я уже рассказывал. Играть я буду с модами, с Too Many Items. Где мой? Вот он. Сделаем креатив. Вот изначально нам даны, ну не изначально, а те блоки, которые вы можете построить, это вот эти. Блоки. Помпа — это насос. Пип — это сама труба. Грейт — это, можно сказать, как бы уровень. Да. Сенсор. И, ну, редстоун — это я для примера взял, чтобы показать, как работает сенсор. О, кстати, нам повезло, мы нашли лаву. Это очень хорошо, потому что вот еще вам одно замечание. В аду этот мод не работает. Странно. Я очень хотел создать что-нибудь в аду, и у меня этого не получилось. Конечно, был огорчен. Так. Для этого мода не существует границ. О, там волки дохнут. В смысле? Вот, мы поставили трубы. Мы можем качать сколько хочем и куда хочем, на любое расстояние. Но замечу, что из-за этого ваш комп будет, возможно, глючить. Вот, мы ставим помпу. Рецепт найдете на сайте. Активировать ее можно. А, ну да, вот еще одно замечание. Насос должен быть не в середине трубы, а именно в конце. А если вы поставите в середине, то будет вода выливаться только из него. Вот, а в трубу в следующую попадать не будет. Активируем его правой кнопкой. Вот. Закачивается наша лава, и вот она потекла. Пожалуй, я выключу. И теперь нам нужно найти океан или любой источник воды. Вот, как повезло-то. Замечу, что вот этот источник, если подвести к нему трубу и куда-нибудь вон туда увести, он полностью осушится. Останется дыра. А из океана вода не убывает. Есть три вида воды появились. Мы можем это увидеть в Too Many Items. Вот. Океанская вода, обычная вода. И не знаю, вот это какая. Наверное, дождевая. Все они утекают. Вот. Обычная вода и дождевая. А вот эта вода, она здесь остается. Ну что же. Ой. Вот. Нальем. Потекла. Еще я бы хотел показать, как вот эта вот вещь работает. Сейчас я тут все почищу. Создам такую фигню. Вот.
подведем сюда трубу из океана. У меня что-то все глючит. Слишком сильно. Даже взлететь не могу, странно. Откуда глюки взялись? Только что все было нормально. Ладно. Ёжик в тумане, пусть будет. И все равно глюки не прекращаются. В чем дело? Очень странно. А, похоже, это скачался. Извиняюсь, я в это время качал торрент. По-моему, глюки из-за него. Ну, ладно. Да что ж такое-то? Подсоединим эту трубу сюда. Там мы создали углубление, как вы уже могли видеть. И... О, уже активировал. Ну ладно. Мы уберем часть туда. Уходи, водичка. Теперь я покажу, для чего нужна вот эта штука. Эта штука нужна для того, чтобы уравновешивать воду. Но я ее поставил неправильно. Сейчас, если есть 4 блока вокруг нее, вот таким образом, это не обязательно, но я сделаю, то она будет уровень воды станет везде одинаковым. Опускаем воду. Как видим, наша конструкция заработала, и уровень воды выравнивается везде. Потому что здесь вода приобретает текучесть, и она течет. А это уравнивает блоки, и течение не образуется. Также ее можно закрыть. И тогда на... А, стоп. А, к ней можем подвести редстоун, и тогда она работать не будет. Вот. Есть еще один блок. Новый. Вот этот. Его можно подвести редстоун. Как видим, ничего не происходит. Но... Сейчас активирую. Ай, ошибся немножко, извиняюсь. Видим, что все заливает. Но когда рядом находятся блоки воды, активируется. Угу. Вот, видим, активируется. Сейчас я поставлю уровень, как раз он выровняет все блоки. Вот когда вода есть, точнее, когда воды нету, этот блок не активируется. А когда вода есть, он активируется. Тем самым можно создать для себя, если вы живете где-нибудь под океаном, можно создать такую схему, которая будет закрывать воду, если она придет. Это, можно сказать, индикатор. Ну вот, дерзайте. Я также создавал очень прикольную вещь. Я дорывался до коренной породы, ну или от минимума, бедрок, как некоторые называют, и строил такую конструкцию. Здесь самое главное не в количестве труб. Труба может быть одна, в количестве насосов. Почему-то они не работают. Сейчас проверим. По идее, они должны работать. Чуть так. А, ну вот, все заработало. Странно. Возможно, так. Короче, идея в том, что создавал типа душа. И это все выливалось. Там такое огромное количество воды было. Ну вот, я вам показал. Вот. Что ж, устанавливайте его и играйте. Балуйтесь. С вами был Михаил. Подписывайтесь на мои видео. Всем пока.